Приветствую вас, уважаемые стрелки, на канале Стрелкового. Сегодня, буквально в двух словах, я хочу продемонстрировать способ безопасной и щадящей разрядки ружья Бенелли Супернова. Мы используем только фальш-патроны с целью безопасности. Итак, оружие заряжено. Как его безопасно разрядить? Значит, переворачиваем ружье на бок, отжимаем пальцем деталь, именуемую карьер латч в инструкции, а фактически это стопор боеприпасов, и нажимаем на него. Патроны начинают, видно? Патроны начинают по одному выпадать нам в руку. Это левый карьер латч. Немного попрактиковавшись, вы сможете делать это вслепую. Так, у нас остается последний патрон в патроннике. Для того, чтобы его безопасно извлечь, нужно нажать на рычаг разрушителя, открыть затвор, поймать патрон. Спасибо за внимание. Желаю вам беспроблемных успехов.